Всем доброе утро. Я банан. Я банан. Иду на помойку, посмотрю. Вот сейчас выкину это. Я посмотрю, может там еще кто-нибудь что-то положил. Пойду на помойку, мои телевизоры. Вот, я вышла, иду. Как это здесь у нас сегодня не воняет? Не воняет. Приходите к нам в Жилетовские покушать. Это наша столовая. Столовая, художественная школа. Вот это же художественная школа. Приходите. Я банан. Я. Представляете, все эти сломались. Ну это свои кто-то ломает. Ой, дверь открыта. Ой. У нас дверь открыта. У нас чисто около общаги. Это Ирина Александровна вроде, она убиралась. Но бычки есть с первого этажа, Ирина Александровна. Ну, они только вдвоем, оказывается, убирают. Марина Михайловна, старшая по дому, и это Ирина Александровна. Первого этажа, они только вдвоем убирают. Больше никто не убирает этот трипер. Бухают другие, убирают. Ну и ладно. Вон мусорка так и есть. Вот. Вон. Видите? Близко не хочу туда подходить, ребят. Так и помойка вон везде. Везде это все. Я каждый день вот выношу почти. Ну, не каждый день снимаю, но снимаю. Вот, видите? Вон помоечка. Сейчас в помойке поковыряюсь. Что там? Это, как всегда, общаговское море. Общаговское море. Вон, сейчас в помойке буду ковыряться. Это общаговское море. Это купаться. И когда воды не будет в общаге, мы можем все здесь выходить с общаги и мыться. Я банан. Я банан. Девки, какая погода хорошая, девки. Дождя нету, но погода теплая. Короче, ребят, телепузики, ничего на помойке нету. Вон иду с помойки. Помойку все уже забрала. Иду вот в магазин что-нибудь купить. Иду. Девки, гляньте, гляньте, кто-то оставил. Это мне все оставляют-то. Гляньте. Кто-то оставил. Ой, девки, я даже в магазин не пойду. Ну, на помойку пошла, там нет ничего. На помойке машину приезжала. Вы гляньте, кто-то здесь оставил. Гляньте, мне кто-то. Пойду домой, забираю я. Ой, спасибо, Жилетовский Газпром. Кто ж это мне так одаривает? Ну, кто-то знает, что я утром иду на помойку. Ой, вообще классно. Телепузики, что здесь было? Вот что здесь было. Там в том мешке была картошка, а в этом помидоры, огурцы, капуста. Ой, салат буду делать. Апельсины, груши, сладости, молоко, кефир, майонез, творог, компот. Чеснок мой любимый. Спасибо, Жилетовский Газпром, кто мне это все оставляет. Каждый день. Там в том мешке была картошка. Спасибо.